В четверг утром в районе остановки суда «Верфь» неизвестный преступник совершил разбойное нападение на отделение банка, расположенное на первом этаже жилого пятиэтажного дома. В помещение финансовой организации налетчик зашел примерно в половине 10 утра, практически сразу же после открытия. По всей видимости, ставка была сделана на то, что в это время наплыва посетителей еще не будет. Так и случилось. Мнимого клиента встретил только сотрудник организации. То, что появление этого человека на пороге не сулит ничего хорошего и дальнейшие события будут развиваться в духе гангстерской кинокартины, стало понятно моментально. Лицо визитера скрывала черная матерчатая маска. В одной руке был нож, в другой – пакет. Какого-либо серьезного сопротивления преступник не встретил, и уже через несколько минут 159 тысяч рублей перекочевали к нему в руки. Сообщение о преступлении поступило в полицию практически сразу же после того, как налетчик покинул офис. Сыщики пустили по следу преступника разыскную собаку. Пес повел полицейских по улице Радищева в направлении улицы Павла Морозова. Попутно с этим прочесывали район и патрульные экипажи. Поиск подозреваемого был затруднен тем, что наиболее яркой обозначенной приметой было наличие в руках пакета с ручками, от которого налетчик мог легко избавиться в любой момент. С места происшествия Мария Дедова и Андрей Алферов.